Анечка, добрый день. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, а что ты такое строишь? Это я строю замок для моего вывертливого кузнечика, который сейчас находится внутри и наверняка опять пытается вылезнуть. Он только один или у него целая семья? Он пока что только один, но я не думаю, что он, что у него уже есть семья, потому что он еще только малыш. Угу. Ну, не совсем, конечно, малыш-малыш. Подросток? Ну да, типа того. И как долго у тебя берет построить этот домик? Ой, это... Опять вылез. Достаточно много. Мой жилец постоянно вылезает, потому... И мне приходится заваливать все, чтобы он никак не вылез. Чтобы ему было еще удобнее. Да, чтобы ему было еще удобнее. А какие удобства намечаются в этом доме для кузнечика? Ну, конечно же. Ванна. Ну да. Туалет. Еще, конечно же, спальня. А то где он будет спать? А кушать где он будет? И кушать. А кушать он травку кушает, так что он может свой дом сожрать. А гараж у него будет? А у него что, машина есть, что ли? Ну, не знаю. У него вон крылышки есть. Не знаю. А, ну тогда... Аня, а ты его дрессировала, да? Ну, что-то типа того. Наказывала. Он теперь у меня извиняется. А так что он тебя больше любит? Что? Строгость или ласка? Ну, он у меня избалованный. Угу. Как со чертей. Угу. Угу. Так что ему надо воспитаниться хорошо, бабе. Да? Да. Пожестче? Да. Аня, скажи, а кто к нему будет приходить в гости? Его остальные друзья. Вон целая поляна стрекочет их. А они все поместятся в этом домике? Ну, да. А намечается этому кузнечику дать образование в будущем? Ну, смотри. Духовное. Сидеть. Духовное образование, иди. Ань. Иди, иди сюда. Ань. Да. Отвечай на вопрос, это интервью. Да, духовное образование. Он у меня и так... Йог. Так, с этого момента поподробнее. Ну, что он практикует? Каждый кузнечик настоящий йог. Потому что если посмотреть на их телосложение, то достаточно по-йоговски. Ну, ноги не... короткие, руки длинные, для аштанги очень полезно. Ну, мало кто сможет поджать ноги вперед и назад еще. Угу. И при этом... Ой, опять пополз. И при этом так сидеть долго. Тем более он хорош. А интересно, при таком положении он может заниматься пранаямой? Может быть. Аня, а ты его обучала йоге? Ну, может быть, его и мама обучала. Его потом... мама или твоя мама? Твоя мама. Ну, у него же своя мама есть, наверное. А ты с ней знакома? Ой. Нет. Мам! А так я его воспринимаю как своего малыша. Анечка, что бы ты хотела бы сказать еще всем остальным кузнечикам? Ты хотела бы их пригласить к себе, к нему в гости? Какие пожелания ты хотела бы? Я бы хотела им пожелать удачи. И чтобы они не были такими избалованными, как мой малыш. Ну, быстро иди сюда. Ну, но еще я им пожелаю много-много хорошей жизни. Их никто не балует, поэтому они, наверное, не будут такими избалованными. Наверное. Ну, давай, ты сейчас его хочешь поместить обратно в домик, да? Да. Чтобы он там... Да. Ой, а так он не хочет у тебя в домик идти. Ну, он ведь... Ему ведь солнце больше нравится. Иди быстро домой. Он должен быть непослушным чуть-чуть, очевидно. Да, я же говорю, он избалованный. Избалованные на твоим вниманием, так выходит? Ну, что-то типа того. Сейчас опять вылезет. А так, у него клаустрофобии не будет, потому что дом построен из травинок. Из природного материала, чистого, тонкого. Так что... А как вы считаете, ваш кузнечик обладает какой-нибудь философией? Философией... Исповедует ли какую-нибудь религию? Ну, он кузнеческая религия принадлежит. Ай-я! А еще он
Ну так. Ну какие-то хотя бы у него философские основы-то есть. Философские отношение основы. К жизни, к солнцу, например, ну, к земле. Да. И все время. Вот они, вот эти кузнечики, не понимают, что мы большущий шар, и который идет по бесконечному пространству вокруг пламенного солнца. Они-то думают совершенно по-другому. Значит, они думают, что вот это все бесконечно. Достаточно. Значит, у них философия недоразвита, выходит так? Не совсем. Если у них вообще мозги есть. У вас есть какие-нибудь основополагающие, так сказать, мероприятия, которые способны просветить их на этом пути, дать им какую-нибудь такую стабильную доктрину? Ага, попробуй всех кузнечиков тут переловить. Это ж надо целый год их ловить, и то одного это посадишь, а он улизнет. Друг надо их метить. Надо взять лак для ногтей и делать им маленькую точечку. Они тогда слипнутся и прыгать не смогут. Нет, надо ногтинки. Маленькую маникюр. Анечка, ну ты в заключение скажи еще, чтобы ты еще раз пожелала своему кузнечику и всем остальным кузнецам на этой поляне. Человечеству в целом. Я бы пожелала ему счастья. Ну, как говорится. А человечеству в целом? Целому человечеству я бы пожелала много-много любви и света. Ну что ж, товарищи репортеры, все, спасибо. Ваши монадочки.